Добрый вечер. Вот говорят, самый глупый вопрос – это тот, который так и не задал. Спикер наш, видимо, руководствуясь этим правилом, решил спросить, что такое хорошо, а что такое плохо у старших по званию. Спикер Сейма Виктор Спранскетис вчера заявил, что попросит Департамент госбезопасности помочь установить, в каких направлениях следует выяснять потенциально опасные связи политиков с Россией. «Я попрошу руководство ДГБ, чтобы оно помогло нам установить направление, по каким мы должны идти», — сказал глава парламента. Моего ценного мнения он, правда, не спрашивал. Но я вот, мне кажется, тоже знаю, что делать спикеру и другим сомневающимся политикам. Не думай. А вот у наших консерваторов, между прочим, сомнений нет. Они, видимо, в силу возраста еще хорошо помнят теорию-то. А кто не помнит, ну тому дедушка всегда напомнит, если что. Однако на сей раз даже и дедушку звать не пришлось. Сами встали и предложили, вы знаете, замечательную инициативу. В борьбе идеологии и риторик Востока с Западом бойцами невидимого фронта должны, оказывается, стать гиды. Кад лietuviai iš to mūšio pabėgo jam. Если литовцы якобы сбежали с Жагерской битвы, не дожидаясь боевых действий, как пишут кое-где, это дает совсем иное представление о стране, далекое от гордости. С трибуны Сейма так и говорили: экскурсовод, будь бдительным, прислушайся на площади к русской и польской речи, верно ли передают историю, и вообще экскурсия ли это, группа инакоговорящих в центре города, во что одеты и куда идут. В зале вели конспекты, чтобы не забыть, куда звонить при встрече с диверсантами. Как здорово, правда. Сразу вспоминаются всякие анекдоты про интуристов и ГБшников. Интересные аналогии, словом, приходят в голову. Ну что тут и скажешь. Партия сказала «надо», комсомол, ну, сами знаете. А в нашей демократической республике вместо комсомола, который поддакивает партии, у нас зато есть всякие разные эксперты и специалисты. Вот, например, экономисты. Экономика, как мы помним, должна быть экономной. Насчет этого у экономистов нету двух мнений. Они точно знают, что такое хорошо, а что такое плохо. Низкая зарплата и плохие социальные гарантии на практике это же гораздо лучше, чем высокая зарплата и хорошие гарантии на бумаге. Не лучше ли, когда у работника есть работа и выбор? Или же лучше не иметь работы и радоваться, что, мол, если бы у меня была работа, то было бы больше гарантий, и меня никак не могли бы уволить. То есть, перефразируя известную поговорку, экономист считает, что лучше утка под кроватью товарища, чем журавль-то в небе, так и наши с вами, уважаемые трудящиеся, права и гарантии. Зато есть и хорошая новость. Права и гарантии правящего класса в полном порядке. Вот у члена Сейма Андрюса Кубилюса есть право на аренду автомобиля на наши деньги. Так он им и пользуется. От чего отказываться? Рыжий он, что ли, Кубилюс? Оказывается, Андрюс Кубилюс уже 4 года гарантированно арендует машину у своего коллеги по партии. И за эти годы выплатил ему уже почти 20 тысяч денег налогоплательщиков. Почему такие деньги-то? За что? И вообще у Кубилюса что, машины нету? Единственное обстоятельство, которое заставило арендовать автомобиль именно у Алкесты, а не у других компаний, потому что нам был нужен как можно скорее именно авто этой марки. Выяснилось, что в Вильнюсе в салонах не было таких машин. Я проживаю за пределами Вильнюса. Мне нужен был автомобиль, так сказать, сегодня-завтра. И все. Да что там за машина-то такая, которой нигде не было? Хаммер, что ли? Кубилюс живет за полярным кругом, что ли, или где? Где у нас в Вильнюсском районе настолько не проехать, что нужно уж прям вертолет арендовать? Да хоть бы и вертолет. Да за 20-то тысяч и вертолет можно было уже давно купить и поставить в сейбовский гараж, чтобы возить домой таких, как Кубилюс, который на болоте, видимо, поселился, чтобы подальше, понимаешь, от народа. Или вот как мэр наш, который не помнит, как на работу-то доехать. Однако сеймовский гараж – это еще одна государственная тайна. Я, вы знаете, давно подозреваю, что много он нам готовит открытий всяких разных чудных. Что там? И есть ли там вообще какие-нибудь машины? Или давно все уже распродали по дешевке товарищам по партии? Никто не знает. Журналистов в сеймовский гараж не пускают. Я сама и мои коллеги несколько раз пытались попасть. Нельзя! Видимо, содержимое или его отсутствие говорит само за себя. Между тем, пока члены Сейма арендуют друг другу навороченные автомобили, в самоуправлении решили положить уже, видимо, конец общественному транспорту.
Долго уже гниют наши автобусные и троллейбусные парки. Но вот, видимо, крепкое наследие Советского Союза не развалились еще за 20-то лет независимости. Мне в самом троллейбусном парке рассказали, что пару лет назад еще наша мэрия хотела закупить партию троллейбусов. А вы знаете, перепутали и закупили автобусы. Ну и забросили с тех пор троллейбусы, стали автобусное сообщение у нас в столице типа развивать. Ну как развивать? В целом, подход вильнюсской мэрии к управлению городским транспортом напоминает плохой анекдот, когда вместо присмотра за личной машиной предпочитают вызвать такси, ведь все равно кому платить из общей казны. Нам бы давно автопарк обновить, сколько раз обещали, жалуются работники. А тут чуть что сокращение штатов среди ремонтников и водителей и прибавление руководителей. По последней реорганизации уволили квалифицированных работников. Первое время, да, вообще там в ночной бригаде в цеху только один ремонтник был на 50, допустим, где-то 30-50 заявок за ночь и один ремонтник. Ну и новые троллейбусы уже не покупались с 2005 года. Но мы-то знаем, почему они не покупались. А вот смотрите, как забавно. В то же время, когда мэрия наша, значит, транспорт улучшает, наша телефонная компания «Бити» помогает ей, чем может, улучшать дороги, по которым новые автобусы, это значит, поедут. Телефонный оператор предлагает скачать приложение, в котором жители смогут обозначать, какие именно участки дорог нуждаются в ремонте. А городские власти будут получать эту информацию в режиме реального времени. А вот вы знаете, я могу мэру Щемащусу и безо всякого приложения сказать, какие именно участки дороги нуждаются в ремонте. Да все, Щемащус! Куда ни плюнь, везде же ямы. Мне кажется, можно с закрытыми глазами в карту Вильнюса вот смело так вот ткнуть и сразу туда бригаду дорожников-то пригонять. И мэру нашему я верю, для того, чтобы увидеть ямы, глаз-то мало, нужно мобильное приложение. Если он до работы, да без приложения не в состоянии доехать, то догадаться, где ямы чинить, ну и подавно, спросите что-нибудь полегче. И вот вы знаете, между прочим, спросили у него, спросили, а где деньги партии? Нет, ну а что, самые же что ни на есть простые же жизненные вопросы. Откуда пыль? И где деньги? Так он, знаете, что сказал? Денег нет. Я могу сказать лишь одно. Партия не стремилась и не стремится получить какие-либо незаконные деньги. И могу гарантировать, что таких денег нет. А пока наш мэр ничего не знает ни где деньги, ни откуда ямы на дорогах. Министр обороны тоже сидит вот репу чешет. Но ему-то ведь еще труднее. Денег-то у него хоть ешь. Ракетные установки покупаем. А вот боевого духа нету. Наши военные, такие здоровенные, взяли и сразу сдались первым попавшимся людям в штатском. И почему так? Кто виноват? И что делать? Министр не знает. Он еще на прошлой неделе говорил, что виноваты жилетки. Плохие жилетки помешали отбиться от зеленых человечков. Но вот вы знаете, вчера министр внутренних дел переплюнул даже министра обороны. Сказал, учения продули, потому что напали на нас неправильно. С автоматами! Если бы нападавшие были без оружия, так мы бы их ух! При проведении недавних учений на границе с Белоруссией не должно было быть использовано учебное оружие, как и не должно было быть речи о создании независимых от Литвы так называемых народных республик, заявил вчера министр внутренних дел Эймутис Мисюнас. В общем, передайте Путину, что если решит на Литву нападать, автоматы пусть дома оставляет, с граблями пусть на нас нападают, а мы отразим нападение мирным трактором, наверное, как в советском анекдоте. У министра обороны, правда, есть еще одна версия. Наши солдаты так плохо воюют не потому, что на них, понимаешь, с оружием нападают, а потому что они плохо кушают. Вот немцы хорошо кушают и воюют хорошо. Министр обороны посетовал, что на пропитание литовских солдат выделяют всего 6 евро в день на солдата, а на провиант союзников на 2 евро больше, то есть 8. Это, конечно же, очень демотивирует наших военных, сказал министр. Так я думаю, демотивирует. Я бы тоже демотивировалась. А еще у наших солдат зарплаты по 500 евро у рядового, по 600 у сержанта. Так посмотрят наши на зарплаты-то коллег по казарме каких-нибудь немецких и еще больше демотивируются. Я понимаю теперь, что ж наши воины-то сразу в плен побежали. А голодали они. Сообщаю великую тайну. Народ, кстати, тоже оголодал, поэтому, видимо, и бежит. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.